прекрасный праздник Масленицы уже в конце этой недели, который будет активно отмечаться не только в уютных одесских домах, но и по прекрасной одесской традиции на открытых площадках Open Air. Надеемся, что погода будет этому способствовать. Начинаем 28-го сквер «Луч». 29-го пройдет большой праздник для деток и семей в летнем саду. В это же время, на выходные дни 29 и 1-го, большой праздник в парке Шевченко, где мы ожидаем и угощения, и, конечно, большую концертную программу. Вернусь 29-го в летнем театре, мы стартуем в 12 часов. 29-го и 1-го парк Шевченко стартуют тоже в дневное время. И 1-го числа традиционно Маслина на Дерибасевский пройдет в горсаду нашим казацтвом организованное. Это не только, собственно, Масленица, но это и украинские ремесла, это и традиции. Это все то, что связано с украинской культурой, как в украинской культуре отмечается этот праздник. И также 1 числа к нам присоединился бизнес, за что мы ему очень признательны. На пляже Ланжерон, причал номер 1, тоже готовится большой праздник, связанный с Масленицей, с угощениями. Я думаю, что это будет повод выйти к морю и посмотреть друг на друга, простить друг друга в прощенное воскресенье, попросить прощения друг у друга и прекрасно провести время на Одесском побережье.